Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. В России резко снизилось число заболевших коронавирусом. Эти цифры добавляют оптимизма. Хочется надеяться, что омикрон отступает, говорят в Роспотребнадзоре России. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 40 879 человек. Из них 32 969 выздоровели, 502 человека госпитализированы. Эпидемия коронавирусной инфекции наглядно показала, какую огромную роль в борьбе с распространением инфекции отводится первичному медицинскому звену. Сегодня основной удар пандемии принимают на себя сельские участковые больницы. О работе одной из них, Кызыл-Октябрьской, расскажет наш корреспондент Мурат Джанкезов. В ауле Кызыл-Октябрь проживает около 4000 человек. Медицинские услуги для них предоставляет местная участковая больница. С начала эпидемии коронавирусной инфекции врачи изучили, внедрили все рекомендации по борьбе с ее распространением. Сегодня работники больницы четко и слаженно выявляют и лечат заразившихся. Многих, которые переносят в более мягче эту инфекцию, стараемся лечить дома. Остальных направляем уже на дообследование в госпиталя города Черкесска, в Джигуты. Ну, на данный момент справляемся. Каждый день выезжаю лично я, бывает с медсестрой, на дом, на вызова, смотрим больных дома. С утра ведем прием. Также у нас есть и стационар, ведем стационарных больных. Как круглосуточных, так и дневных. Как правило, сельские больницы постоянно испытывают трудности, связанные и с укомплектованием кадрами, и обеспечением различными медицинскими аппаратами. Зачастую на помощь приходят неравнодушные односельчане. Так, житель аула Айсад Дулаев подарил больнице современный электрокардиограф. Этот аппарат нужен нам и вот для школы тоже. Ученики, военкоматовские, обследуются они у нас. А чем стоять в районных центрах, в очередях, лучше вот по месту мы всегда им делали. Был у нас аппарат, но уже по нацпроекту давали нам, но уже много лет прошло. Мы работали этим аппаратом тоже. А для населения это вообще аппарат чудо, можно сказать. Спасибо нашему уроженцу Дулаеву Айсе. Он в один день мне позвонил, говорит, как там дела, Эмир, как там в ауле, какие проблемы. Ну, я набрался наглости и попросил его, чтобы он нам приобрел этот аппарат. Вот вы видели, очень хороший аппарат, дорогостоящий. Благодаря участковой больнице большинство жителей аула лечатся стационарно и амбулаторно в стенах своего медучреждения. Пациенты отзываются о врачах и медперсонале как о чутких и добросовестных работниках. Я как зашел сюда, минут через 10-15 уже меня приняли. Очень приятно. Я боялся, что уйдет почти день. Просто это очень приятно. Спасибо девчатам, медикам, что вот так быстро обслужили, внимательно отнеслись. Вот. В общем, я доволен на 100%. Медсестры хорошо обращаются, они очень хорошо обращаются. Хотя нас двое были, всегда обед, ужин, обед всегда готовили нам. Ну, уважительные хорошо. Люди, да, очень добрые. Мы как королевы здесь. Трудно переоценить значимость сельско-участковой больницы для жителей аула, ведь именно здесь граждане получают как стационарную, так и амбулаторную медицинскую помощь, а также осуществляется диспансерное наблюдение, проводится комплекс профилактической и санитарно-противоэпидемической работы и многое-многое другое. Мурат Жанкезов, Ольга Савенко, Исламу Рома, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Управление уголовного розыска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 убийства, продолжает разыскивать Абдуллаха Магомедовича Бастанова, 88 года рождения, уроженца станицы Сторожевая. Напомним, инцидент произошел на днях по федеральной автодороге, подъезд к Архызу. 30-летнему мужчине из Москвы нанесено ножевое ранение, которого он скончался при доставлении в лечебное учреждение. Зеленчукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, снег и дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3 плюс 2, а в горах до 9 градусов мороза, а днем до 8 тепла и местами минус 3 плюс 2. Ночью на дорогах гололедица. В Черкесске слабые осадки, мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 5-7 градусов выше нуля. В городе Черкесск пройдет белорусская распродажа. Обувь, куртки, пуховики из натуральной кожи. Скидки до 70% с 16 по 20 февраля. Центр развития предпринимательства. Улица Горького, 8. Ветераны Росгвардии посетили воспитанников Республиканского детского дома в целях военно-патриотического воспитания молодежи. Встреча прошла в дружной позитивной обстановке. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит тему. В Республиканском детском доме воспитываются 48 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. До пандемийное время к детям приезжали многие. Ребята готовили для гостей концерты и выставки. Представители Росгвардии тут частые гости. Сегодня они посетили детский дом с подарками и решили побеседовать на свежем воздухе. Ветеран Росгвардии Сергей Кузнецов рассказал отрывок из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Закон этикета. Нельзя сразу кидаться друг другу в объятия. Лис говорит, ну так нельзя. Давай вот каждый день мы будем делать по одному шагу навстречу друг другу. Вот шаг, мы делаем шаг навстречу. Еще день, еще. И мы постепенно привыкнем друг к другу и будем друзьями и близкими. И вот они делали каждый день по шагу, пока наконец не подошли друг к другу. И они стали близкими и родными. На примере героев сказки Сергей Кузнецов обратился к старшим воспитанникам, чтобы те берегли младших товарищей и относились друг к другу с любовью и уважением. В Росгвардии есть концепция военно-патриотического воспитания. Поэтому не уделять внимания детям. Здесь дети разных возрастов обратили внимание. И дошкольники, и девятиклассники. Поэтому мы не можем не уделить внимания именно вопросам военно-патриотического воспитания. Ну и детям, оказать внимание детям, это очень важно. Важно. Может быть, на примерах своей жизни, жизни своих товарищей, на примерах положительных, на высокоидейных примерах героев войны Великой Отечественной, героев Афганистана. Ребята были рады визиту росгвардейцев. Теплая беседа их увлекла. Очень им понравилось. Я узнал, что в Росгвардии есть свой байкерский клуб. Я узнал много чего интересного. Понравилось. Особенно рассказ про лиса и принца. Друг друга уважать и беречь друг друга. Сотрудники детского дома поблагодарили гостей за визит. Хочется выразить благодарность за то, что приехали сегодня, оказали внимание детям в это такое пандемийное время. Что не остаетесь равнодушными. Спасибо, в общем. Совет ветеранов часто посещает подшефные центры. Говорят, помощь никогда не бывает излишней. Часто тоже ездим в дом для престарелых в станицу Кардоникскую. Помогаем малоимущим, одиноким женщинам. Стараемся помогать людям. Есть добрые люди, которые и нам помогают. И вот ну, посещаем часто вот такие заведения. Как только снимут ограничительные меры, ветераны Росгвардии планируют вернуться и организовать встречу помасштабнее. Говорят, чужих детей не бывает. Это больше нам надо, ведь дети лечат наши души. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский.
Впервые в этом году в Карачаево-Черкесии будет организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи России, который состоится на базе высокогорного форума «Махар». Данный конкурс молодежных проектов будет иметь нерегиональный, а окружной статус. Совместная заявка была подготовлена и направлена Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии, отделением Российского союза молодежи, а также Государственным университетом имени Умара Алиева. Следует отметить, что данное форумное мероприятие на территории Карачаева-Черкесии проводится уже не в первый раз, но в этом году совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие. И, конечно, для нас является важным организация и проведение крупных мероприятий на территории Карачаева-Черкесии, тем более окружного значения и в настоящее время. Поделюсь дополнительной новостью. Министерством по делам молодежи региона ведется работа для того, чтобы на территории субъекта организовать и провести еще один всероссийский конкурс молодежных проектов. То есть на сегодняшний день мы перед собой ставим задачу, чтобы Карачаево-Черкесия была центром молодежной политики Северо-Кавказского федерального округа. Участниками форума могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. В Черкесске продолжает свою работу белорусская ярмарка мужской и женской обуви и верхней одежды. Центр развития предпринимательства по улице Горького, 8, представлены новые весенние и зимние модели, которые украсят гардероб покупателей, порадуют ассортимент, цена и качество. Подробнее расскажет Светлана Шаганова. Белорусские товары всегда славились своим качеством и надежностью, и это неспроста, ведь все сделано на совесть. На ярмарке представлен большой ассортимент женской, мужской, весенней и зимней коллекции, пуховиков, плащей на любой вкус, которые защитят от дождя, ветра и мороза. Также есть куртки из натуральной кожи с мутоном. Это ценная овчина особой выделки, отличающаяся повышенной мягкостью и блеском. В наличии все размеры от 46 до 74. Куртки зимние, демисезонные зимние, куртки из натуральной кожи, стальные нержавеющие замки очень долго служат. Также внутри мех натуральная овчина мутон. Модель представлена как прямого кроя, так и пилот. На ярмарке представлен большой ассортимент мужской и женской фабричной белорусской обуви. Есть и специальная ортопедическая для проблемных ног. Туфли, мокасины, сапоги и полусапожки всех размеров и цветов из качественной прессованной кожи пополнят ваш гардероб. А водостойкая подошва защитит ваши ноги от влаги в дождливую погоду и не позволит скользить по льду. Купила ботиночки, очень удобные. Мягкие, все. А сегодня мы купили курточку тоже прекрасного цвета, сидит отлично. Спасибо, что приезжаете сюда, за ваше внимание. Сегодня вот я посетил магазин «Белорусские товары». Очень мне понравилось. Приобрел я себе ботинки. Ну, в общем, качественно. По цене тоже неплохо. Так что всем рекомендую. Всем покупателям предоставляется скидка до 70%, а также приятный бонус для пенсионеров. Им дополнительная скидка. Белорусская ярмарка будет работать до 20 февраля включительно, с 10 утра до 7 вечера. Качество и комфорт ждут вас. Светлана Шаганова, Карчаби Джиев, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Студия телевидения ГТРК Карачаево-Черкесия для работы в редакции вещания на русском языке приглашает опытных журналистов. Требования – креативное мышление, грамотная речь, умение работать в различных жанровых направлениях. Приветствуется опыт работы на ТВ. Обращаться по номеру телефона в Черкесске 22 05 47 22 00 36.